Всем здравствуйте! Я рад вас приветствовать снова на своем канале. Сегодня у нас по плану техника владения руками. Сегодня мы будем учиться убирать соперника под себя. Короче, делать обманные маневры. Поехали! Чтобы выполнить данное упражнение, нам его нужно сначала разобрать по частям. Да, разбираем это упражнение. Первое подводящее упражнение, которое вы обязаны поделать, это носком шайбу убираем под себя и делаем обратно. Это упражнение можно делать как стоя на месте, да, сбоку делаем к себе, от себя, к себе, от себя. Какие тонкости в этом упражнении? Обратите внимание на верхнюю руку, которая у леворуких, это получается правая, у праворуких это левая. Когда вы подтягиваете шайбу к себе, в первую очередь, руки у нас, рука нижняя плавает по клюшке, раз, да, акцент. И когда вы подобрали шайбу к себе, верхняя рука у вас практически выпрямляется. Обратите внимание, вот она. Большинство начинающих, даже детей, мне кажется, уже в более зрелом возрасте, не понимают, да, когда вот у них идет шайба к себе, они руку вот эту не выпрямляют, верхнюю, и у них идет стопор. То есть они делают это упражнение, не до конца прорабатывают. Чтобы проработать это упражнение до конца, еще раз говорю, раз, к себе подтащили, к дальней ноге, ручку практически выпрямили, сделали выпад обратно. Это можно упражнение делать в движении. То есть поехали, раз, к себе, от себя. Очень крутое упражнение, советую. Второе подводящее упражнение – это сам обманный маневр, да? Особенно, когда вы подделываете только к себе и делаете шаг обратно. Смотрим внимательно. Вот у нас фишка, грубо говоря, это игрок, которого мы хотим обыграть, да? Мы его дергаем к себе и от себя и укатываемся в эту же сторону. Упражнение старайтесь выполнять на широких ногах, чтобы ваше движение не сковывалось. То есть вы делаете к себе, раз и ушли. Убираем обязательно на широкие руки. Обязательно. И третье, что нам осталось добавить, это получается после того, как мы сначала качнули к себе шайбу, потом резко убрали ее на противоходе, в противоположную сторону огибаем фишечку. Здесь можно попасть под силовой жесткий прием, но сейчас мы отрабатываем технику владения руками, так что не бойтесь, что вас кто-то встретит. Просто поднимайте глазки, если много народу, где вы будете заниматься, и все. Смотрим. Замедленно. Снова начинаем. К себе. Ушли от себя, на противоход убрали. Это очень хороший обманный маневр, особенно для нападающих, которые раздергивают защитников, да, не уклюжих, а может быть и уклюжих на самом деле. Это упражнение нужно выполнять резко, то есть сначала вы начинаете просто, да, медленно, спокойно, учитесь, все плавненько делаете к себе, шажок от себя, раз, и ногами вы должны обязательно уйти в ту сторону, куда двигается у вас шайба. Как это будет выглядеть в игровой ситуации, в реале, смотрим, вы двигаетесь. Игрока качнули, убрали, убрали и пошли, пошли, пошли. Здесь закрывание, убрали опять. Либо передачка с неудобной на дальнюю, либо с разворота. Давайте еще раз посмотрим, как это будет выглядеть. С желтенькой шайбочкой, давно мы с ней не катались. Показывает, уходит, раз. Закрылись корпусом, либо с неудобной, либо с разворотчиком передачу на дальнюю, а там уже ваш партнер ее замыкает в пустенькие. Все четко. Концовка от бывалого тренера. Не забываем подписываться на мой канал, ставим колокольчики, обязательно пишите в комментариях, понравилось вам упражнение, что бы вы добавили, какой бы финт вы сами бы хотели сотворить, чтобы положить ее под планку с неудобной, либо же отдать классическую передачу.
Ну а мы с вами увидимся в новых видео. Всем пока. С вами был Скороход.